Первую песню я посвящаю своей маме, терпеливой, замечательной, спокойной и доброй. Матушка. Тишину.
Thank you.
Поздравляем тебя с выданной этой пластиночкой. Это для тебя поздравляем. Приятно, когда хорошие музыканты с тобой на сцене. И у нас еще один для вас сюрприз. Каждому автору, наверное, да не наверное, скорее всего, приятно, когда его песни начинают исполнять другие. Мои песни остаются в других городах. Я слышала их уже от других людей. И сейчас для меня будет большой сюрприз, потому что я не слышала то, что сейчас будет происходить. Так уж получилось. Я хочу пригласить на сцену восходящую нашу звездочку Оксану, Алену Рачкулик, подрастающее наше поколение. Ну а я просто уйду. Приходите. Да. Я думаю, что мы тоже...